Ай, друзья, у нас опять непогода, но зато какие краски, какие фотографии получаются. У меня сегодня подписчики, не скажу откуда, они секретные люди, не скажу как зовут тоже, и привет они передавать не будут. Но они уже не первый год у меня на съемочке, и всем довольны, это хорошо. Так, у нас сегодня 6:47, вот на часах показывает мой будильник. Я плохо спал ночью, не мог вот представить, мне вчера закинули уже до конца все ролики, которые про обман на весах, и прям меня реально начало бомбить. То есть это вот отношение к нашим отдыхающим. Вот кто захочет после таких видео к нам приезжать, да, и после таких вот вещей. Это, ну, понятно, что не только Витязева происходит, но 1,5 килограмма, дедушка. Это вообще как с килограммовой гири? В половину просто, понимаете? Подходите Персиков, говорит, вот тут у вас по 80, там, ну, образно, взвесьте меня, он говорит, килограммчик взвешивает. И вот, говорит, тут вот на 140 выходят уже, ой, на 120 килограмм, понимаете? В пол... Да, короче, я вот не знаю, как, чтобы не выругаться, как это все обозначить. Так, давайте отвлечемся от этой темы. Видео я все-таки психанул, выложил. Надеюсь, оно будет полезным. Ребят, покупайте только в проверенных местах. Также даже на этих роликах показали, что вот буквально на одной улице есть те, кто работает честно, и те, кто прям жестко обманывают. Это мне начали просто писать, Юра, что ты за весы спрашивал там, когда ходил, снимал видеосюжет. Ну вот, поэтому я и спрашивал, потому что мне начали писать задолго до этого, и буду спрашивать теперь абсолютно у всех и смотреть, что мне будут отвечать в глаза. Я с гирками, не знаю, может быть, и до гирь дойдем, потому что я за наш отдых. И хочется, чтобы он был безопасным. Даже вот в этой мере, ну как вообще? Ну почему совесть людей позволяет такие вещи делать? Так, добрый день, Юра, это Астахова Екатерина. Поздравь, пожалуйста, в погодном моего среднего сыночка Жени, ему сегодня 8 лет. Евгений, поздравляю тебя с 8-летием. Я, к сожалению, опять-таки, написали мне поздно вчера. Ну, поздравляю сегодня. Пускай все твои мечты сбудутся. Пускай тебя любят твои родители. И пускай никогда ты не будешь болеть. Это самое важное для нашей жизни. Вот такая вот погода. Видите, натягивает у нас тучки. Сегодня в 5:45 шел дождь. И ночью немножечко шел. Видите, все мокрое. Ну, пока вот первая съемка. И еще будет у меня вторая. Точно люди приехали. По крайней мере, если дождь не пойдет. Говорится, дай бог, все будет хорошо. Привет, Юра, мы твои давние подписчики. Если есть возможность, поздравить мою супругу с днем рождения. Буду очень благодарен. Зовут Светлана Купряхина. День рождения сегодня, 15.07. Светлана, я вам тоже искренне прошу прощения, что не вчера, но ваш супруг опоздал. Он вчера ночью мне уже писал. С днем рождения вас. Пускай все ваши мечты будут каждый день исполнены именно им. Я думаю, он к этому готов стремиться, и чтобы у него все получалось, я ему желаю. Ну, а также счастья безмерного и крепкого здоровья. Смотрим, море чистое, течение в Анапу, шторм раздувает. Анапе очень он нужен, чтобы помочь выплюнуть из моря всю гадость, которая там сейчас накопилась. Какие цвета сегодня, это просто фантастика. В общем, так, Светлану с днем рождения еще раз. Завтра на супруга день свадьбы, 19 лет вместе. Если возможно, поздравить супругу, зовут Юлия Бахметьева. Хотел сказать ей спасибо, родная, за детей наших, за любовь и понимание. Мы из Обнинска. Обнинскому всему привет, а вашу семью поздравляю искренне от души с годовщиной. 19 лет – это прям пол моей жизни, даже больше, можно сказать. Живите еще 10 раз постолько, пускай все у вас получается. Наталья Анатольевна Х. 100 рублей перевела. Привет, перевел вам 100 рублей. Хочу, чтобы мечта сбылась быстрее. Чего-то купить хочешь. Я в технике ноль, а вас со Светой смотрю каждый день. Очень славная девочка, береги ее. Спасибо, Наталья, вам тоже всего самого лучшего и теплого. Спасибо за донатик. Добрый день, Юра, это Астахова Екатерина. Поздравь, пожалуйста, по роду среднего сыночка Женю. Так, это я уже сделал. Так, все, вроде бы всем привет передал. Всем, друзья, спасибо, что с нами. Сейчас я быстро говорю вам температуру воздуха. 28, действительно прохладно. И замерим сейчас температуру водички.
Это тоже, думаю, очень интересно. Какое же море? Море теплое, могу сказать, сразу теплее, чем воздух. Потому что на воздухе я вот в Олимпийке, хотя мог быть и не в ней. Потому что, ну, раньше к температурам нормально относился, сейчас просто только после болезни, и не хочется еще сильнее, как говорится, усугубить. Ребята, кстати, у меня собрались в купальниках фотографироваться. Не знаю, в море заходить, но что-то, мне кажется, надо просто на фоне него сфотографироваться, и все будет хорошо у нас. Ух, какие волны. Главное, чтобы меня не замочили. Так, температура воды растет потихонечку. Я уже смотрю, что показывает 22 градуса. Так, мы дождемся. Я думаю, сегодня никто не будет говорить там, возле берега замеряешь там или еще где-то. Надеюсь, что сильного шторма не разыт. Если опять придет шторм и будет запрещено опять купаться, но это будет на самом деле просто уже самая жестокая жесть, которая только возможна. Ах, 22,3. В общем, около 23 температура воды, вот уже 22,4 показывает. То есть тут ветер просто еще, когда выплевывает эту волна, видите? Вот, видите, она потихонечку растет. Если бы нормально опустил, уже было побольше. Ну, вот в любом случае округляем до 23. Все, друзья, я с вами со всеми прощаюсь. Пускай в этот шикарный день даже ни погода не испортит ни ваш отдых, ни ваше настроение. И все у вас будет хорошо. И всегда будет хорошо. И постоянно все у вас будет хорошо. Как и вот у этого семейства, которое ко мне пришло на фотосессию. Вот они сидят, а я побежал к ним. Все, пока-пока.